По предварительной версии, правоохранители и водитель грузовика не справился с управлением из-за гололеда и выехал на встречную полосу движения. В этот самый момент и произошло столкновение лоб в лоб. По факту дорожно-транспортного происшествия с участием водителей ЗИЛ и водителя автобуса ПАС возбуждено дело об административном правонарушении. По окончании расследования будет вынесено решение о привлечении виновного лица к ответственности.